Привет, с вами я, Даня Галая. Сейчас я в Арбате. За мной гонится Владик, потому что он за мной не смотрел, и я спряталась. Потом пусть я покажу ему это видео, посмотрю, где я бегала. Сейчас он шел по правильному пути, я видела, потом я быстренько поднялась по лестнице, так, тихо. Да. Поднялась, и теперь, когда я буду их видеть, тут есть дверька, выход. Точнее, вход. Я все время туда захожу, потом слышу, что их нету, прибегаю и смотрю за ними. Сейчас так и делаю, наблюдаю. Они мне звонят. Если они будут звонить, то видео будет останавливаться. Я не буду виновата. Там кто-то идет. Короче, он меня каким-то образом нашел. Тут можно ходить. Дверь открыта. Написано вход. Я зашла. Мне страшно. Я прям его видела. Он такой еще посмотрел на меня. Теперь тут есть. Если что, мы убежим. Здесь такая дверь стоит, потому что... Главное, чтобы он меня не нашел. Будет. Страшные люди. Я такой в коридорчике, который ведет на третий этаж. А сейчас вот я. Вообще со мной не смотрит вообще. А я убежала. Тут идет. Я ему сказала, чтобы он смотрел. Нет, не смотрит. Смотрел только на параде. И пока мы шли в Арбат, а потом просто говорила, чтобы я за ним ходила. Блин. Соплите куда-то.